память о подвигах своих дедов и прадедов в Великой Отечественной войне – залог успешного воспитания патриотизма в сердцах молодого поколения. Студенты-огаревцы стали участниками всероссийской акции «Обелиск». Данные акции помогают воспитать все-таки патриотов в нашей молодежи и еще раз напоминает нам о трагических моментах в истории российского государства. В течение месяца студенты Мордовского университета выезжали в села Большеберезняковского, Рамадановского, Старошайговского и Качкуровского районов. Огаревцы реставрировали памятники, убирали территорию рядом с ними, высаживали деревья и цветы. Население в нашем селах и в нашем селе уже очень мало. И я очень благодарна студентам нашего Мордовского госуниверситета. Они попросили мы их, и они приехали к нам оказать вот эту помощь по благоустройству памятника. И я думаю, наверное, все-таки у наших студентов есть вот это чувство патриотизма, я бы так сказала. И они помнят и знают, что именно вот честь и свободу отстояли их деды, их прадеды. И они помнят и уважают и чтут память наших воинов. За время акции студенты отремонтировали 10 мемориалов, тем самым отдав долг памяти тем, кто сражался за свободу страны и мирное небо над головой будущих поколений.